Всем привет, и сейчас я буду проходить Angry Birds 2. Вторую часть Angry Birds. И все, мы первый уровень прошли. Ой, прилетает твин-повар и забирает яйца. Так, загрузка идет. И все, первый уровень. Тут какой-то ключ уже появился. Так, и опять у нас имеется одна птичка Рэд. Запускаем. И все. Пока все очень легко. Может потом начнется полный сложняк. Я не пугаю. И этот уровень мы тоже прошли. Какой-то ключ синей троицы. Теперь у нас появилась новая птичка. Новая синяя птичка. И синяя птичка, как я понял, она будет разбивать стекло. Ну как и в самом первом ингредиенте. Она умеет способность... Ой, игра вылетела, простите. Так, все, я восстановил игру. И теперь у нас появились какие-то новые шляпы. И еще этот сундук. Вот это перьев. Это для синих птичек, видимо. Придется этот уровень заново мне проходить. Предлагают выбрать синюю птицу, и сейчас все разрушится полностью. Новое достижение. Теперь переходим на третий уровень.
Сейчас, наверное, будет такая же легкотня. И прям в свинку попали. И теперь рядом полностью разбиваем все. Самый первый Angry Birds такой способности у ряда не было. Он был самый слабый птиц из всех. Видимо, это ключ от Чакоти. Круто. Опять новое достижение. Теперь переходим на пятый уровень. О, повысился вот такой уровень звезды. И теперь карту выбираем. И мне дают 41 Очень смешно. Вот теперь у нас босс, наверное, будет. Я уже всю игру проходил, потому что я уже где-то на 300 уровне на планшете. В Хэллоуинской локации. Так, теперь, наверное, берем Реда и толкаем вот эту машину, и повар улетел. Все было очень легко, даже босс. Ты прилетел на воздушном шаре усатый свин. И он будет боссом на 10 уровне. Переходим уже на 6 уровень. Теперь берем синих птичек и стреляем сюда.
Ну, тут, наверное, берем. Попробую чаку. Вот в эту деревяшку попасть. Не получилось. А, вот тут вот. Все. Спасибо тебе, цветочек. Ракета сюда попадет, в эту башню. Но Ред пополнил с помощью цветочка, и все. На этом наш выпуск про Angry Birds 2 заканчивается. Всем пока-пока и удачи.